С огромным уважением отношусь к нашим медицинским работникам. Это святые люди, но бывают такие платные медицинские центры, у которых стоит задача не вылечить человека, а заработать денег. Давайте с вами представим, что мы находимся на ресепшн вот такого платного медицинского центра. Алло, медицинский центр пожилых хватит. У нас сегодня акция. Удали у нас аппендикс, гланды вырежем в подарок. Вас к врачу записать? Сейчас вас сориентирую по прайсикам. Значит, цены на прием. Профессор 5000 рублей, кандидат наук 3000, просто врач 2000. Вам дорого? Ну тогда Кулдырбек Жылдырбаевич и Шкирдык Заде 50 рублей. Почему? Почему это он без образования? Кулдырбек Жылдырбаевич, между прочим, с отличием закончил Чимкентский колледж овцеводства. Да, так что он тебя овца точно вылечит. Да, я шучу, шучу. Да. Повисите на линии, у меня параллельный звонок. Алло, медицинский центр пожилых хватит? Проверить? Да, смотрю, все правильно. Вы записаны на операцию. Да, все верно. Вот, смотрю, невезучих Игорь Петрович. Дата операции пятница 13-е. Хирург Криворучка. А что вас смущает? Да вы не переживайте, у нас все равно всех оперирует робот. Да, робот-пылесос. Кардиограмма у вас какая? Давайте, диктуйте. Тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Ну, в принципе, кардиограмма хорошая. Да. Да вы не переживайте, наркоз у нас отличный, крепкий. После него еще никто глаза не продрал. Да, да, операцию можно оплатить частями. Но и оперировать мы вас тоже будем частями. В сентябре усыпим, в октябре вырежем, в ноябре зашьем, в декабре выпишем. Шучу, шучу. Да, повисите у меня параллельная линия. Алло, медцентр пожилых хватит. На УЗИ хотите записаться? У нас УЗИст очень сильный, очень сильный. Только видит плохо. Вам главное правильной стороной лечь. Да, то он тут вон у мужика под пупком нос искал. И главное нашел. А вот вы вечно на врачей бочку катите. Вон мужика одного жена застукала, сидел в сауне, а вокруг 5 голых девок. А он ей говорит: мне врач прописал, это грудной сбор. Повисите на линии, у меня параллельный. Алло, медцентр пожилых хватит. Какая у вас температура? 20 градусов. Да не в комнате, у вас какая? Ну вы померьте под мышкой. Алло, алло, что вы так долго? А, вы мышку ловили? Повисите, у меня параллельный звонок. Медцентр пожилых хватит. Пиявки есть. А вам сколько надо? 100 штук? Мужик, ты чё, они тебя выпьют до донышка? А, ты не себе, ты тёще? Да, сейчас, подожди, у меня тут пациентка. Девушка, что вы спрашиваете? Если у нас косметология есть, значит, смотрите, увлечение губ. У нас 3 категории. Вареники, чебуреки и шина от КамАЗа. У нас все есть. Все есть. Подтяжка лица, подтяжка ягодиц. Вот, посмотрите фото. Вот. Вот какое лицо после подтяжки. Посмотрите, вот, видите, румяное, свежее. А, это ягодицы.
Ну, вы знаете, лицо точно такое же, только с глазами. У вас волосы выпадают? У нас есть услуга укрепления волос суперклеем. Вот так крепко вас с этими волосами и закопают. Да. Алло, медцентр. Пожилых хватит. Да. Что у вас? Сотрясение мозга? А как это произошло? На лоб сел комар? Ну как от комара может быть сотрясение? А, его жена лопатой убила. Повисите, у меня параллельная линия. Алло, медцентр, пожилых хватит. Вы пришли на прием к окулисту, а он с вами даже не разговаривает? А вы в каком кабинете? В седьмом. В седьмом вообще нет приема. Мужик, в седьмом кабинете на стене айболит нарисован. Он и не будет с тобой разговаривать. Все, выходи оттуда. Выходи. Алло, медцентр, слушаю. Удаляли у нас камни из желчного пузыря? И вам не понравилось? Ну и не ори. Все, приезжайте к нам. Мы вам вернем деньги и запихаем вам обратно все ваши камни. Да. Алло, медцентр, пожилых хватит. Есть ли у нас МРТ? Подождите секундочку. Витя! Вить! А вот эту штуковину, вот этот агрегат, который вы на вокзале украли. Ну где чемоданы? Едут, а их просвечивают. Он работает у вас? Да, можно на МРТ записаться. Ага. Да, повисите, у меня параллельная линия. Медцентр пожилых хватит. Я не понимаю, что вы говорите. Что? А, вам гастроэнтеролог забыл зонт вынуть. Ой, как хорошо. Вот же радость. А. Артур Петрович, нашелся ваш зонт. С вас за аренду зонда еще 10 тысяч, да. Ага. Мужчина, которому зуб вырвали. У меня с пятерки сдачи нет. Зайдите еще раз к врачу, он вам на сдачу еще 2 зуба вырвет. Граждане, пожалуйста, следите за своим здоровьем. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни. Регулярно проходите диспансеризацию, и тогда вы никогда не будете лечиться в таком медицинском центре. Будьте здоровы!